Всем привет! В этом ролике буду показывать вам, как выглядит скрытый карниз, гардина. Как будет заправляться потолок. Вот такой потолок. Вот и сейчас будем его натягивать. Натягивать будем полотно сначала по углам. И потом будем заправлять его в гардину. Вот паз специальный. И будем заправлять. И эта вставка тоже закроется. И сейчас по возможности буду показывать вам, как я его натягивал. Вот я позащелкивал углы и оставил наружный угол в последнюю очередь, чтобы был. Вот. Наружный угол он открылся, сейчас я его защелкну. Вот, там еще сейчас защелкну и защелкну по центру, где у нас уголок. Вот уголок, защелкнул его и сейчас буду показывать, как я в гардину вставляю гарпун. И вот таким вот способом оно все будет. И насколько удобна эта гардина. Можно сказать, подшторник. Ну, правильно, вообще гардина для натяжного потолка. Вот, и сейчас я еще там тот край защелкну. И буду показывать, как я в гардину вставляю гарпун. Самые сложные углы мы прошли. Там, где может надрываться это тот угол, самый сложный должен был быть и тот. Но мы их прошли особо, как бы не напрягаясь. Ну что, поехали далее. Вот так вот получился матовый потолок с гардиной. Отсюда ее не видно. Вот. А если подойти сюда поближе, вот если подойти поближе, вот гардина. Вот она. Если взять вот так вот даже, вот насколько она прячется, 5 сантиметров глубины. Вот два бегунка, которые для штор. Так вот выглядит гардина. Уже кольцо приклеили для потолка. Не для потолка, а для люстры. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписываемся на канал.